И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи Эгман, он же Альберт Вескер, он же голос доктора Эгмана. И сегодня мы продолжаем прохождение Sonic Generations. Походу, мы уже близки к финалу. Надеюсь, главное, чтобы меня не разрядился этот товарищ. Да, Эгг-драгон у нас с вами был. Шикарный, кстати, эпизод. А теперь нам вот сюда с вами надо. Полагаю, здесь нужно проставлять изумрудный хаос. Вообще, кстати, забавно, что здесь такая тишина. Ну ладно, начнем с тебя. Тебя сюда. Встал? Заработал. Прекрасно. Так. Так. Отлично, поднимите меня, пожалуйста, вверх. Так, отлично. Механизм пошел. Медленно, скудненько, но потихонечку поднимаемся. Вообще забавно, что изумруды хаос становится механизмом чего-то более такого собранного. Так. Здесь надо подождать. А, хотя нет, там есть за счет чего подниматься-то. Так, теперь наверх сюда, пожалуйста. Там какое-то большое черное зеркало. Мне так нравится этот вот текущий звук, очень красивый. Так. Ну а тут тебя только ждать. Разломанные на куски механизм вселенной. Вот и починили большое зеркало. Так вот зафоткал. Так, я теперь могу прыгать, надеюсь? Или это анимация такая? Да, походу это анимация. Я сейчас сделал фотку на всякий случай, чтобы ничего не потерять. Но вроде все заработало. Теперь могу прыгать? Так, все изумруды теперь ко мне возвращаются. Теперь я могу? Отлично, благодарю. Никаких лишних движений, пустотов нет. О, какой-то алтарь. Минуточку. А, ну да, ну да, ну конечно же. One moment. Один момент. Еще раз. Ну вот так вот. Объясняю, в чем соль. Мне пришлось выпустить игру, запустить ее с нуля. И, ну, не с нуля, а с самого, а иметь способ перезапустить ее. И еще раз запустить вот этот весь часовой механизм. Да, кстати, я думаю, наверное, все уже ждут, когда это сделают. Комментарий дня. Я решил попробовать ввести это в геймплей, время от времени делать. Надеюсь, вам понравится. Напишите в комментариях, понравится ли вам это. В общем, комментарий дня от Пайка. Написал он к нашему эпизоду с великолепным детективом-крокодилом. Он пишет. 14 минута, 3 секунда. Такие вот игровые глюки. На моменте, когда Соник не долетел до вершины башни и свалился вниз. Согласен. Шикарное было падение. Мне понравилось тоже. Хотя я немножко удивило. Что ж, битва с боссом. Ладно, кто бы ты ни был, если хочешь избежать позорного поражения, лучше сдайся сейчас! Не в твоих возможностях что-либо требовать, ты противная маленькая клёлечка! Эгман? Но как? Ему немного помогли.
Доктор Работник! Так меня больше не зовут. Будьте так добры, объясните гениальный господин доктор Эггман из будущего. С удовольствием, великолепный и всесильный доктор Эггман из прошлого. После моей недавней неудачи я наткнулся на уникальное в своем роде существо. То, что я обнаружил, имело удивительные способности, которые даже я не смог бы овладеть. Оно могло стереть пространство и время. У меня появилась гениальная идея использовать мое открытие, чтобы исправить мои предыдущие неудачи. Чтобы усовершенствовать его, мне нужна была помощь такого же умного, как я. И единственный настолько умный человек — это я! О, вы слишком добры, мой дорогой будущий я. Помогать вам — сплошное удовольствие. Я захватил твоих друзей, бросил их сквозь время, чтобы заманить тебя в мои ловушки. Но чем больше твой монстр проходит сквозь время, тем больше вреда ты наносишь миру. Миру? Я буду владеть миром, когда покончу с Саником! Зараза! Подавился! Посмотрите! Ух ты! Я правда стану таким психом? Посмотрим, кто будет психом, когда я уничтожу обоих Саников навсегда! То есть, когда мы их уничтожим? Меньше спорим, больше уничтожаем! Уничтожить меня? Ты и этот усатик? Я и один тебя постоянно побеждал, а теперь нас двое, знаешь ли. Тогда моя победа достанет мне вдвое больше веселья. Не останавливайся. Бегайте сколько хотите, а я все равно превращу вас в голубую лепешку. Это была только разминка. Теперь настало время встретить свою судьбу. Ты сможешь, Соник. Давай, Соник, размажь его. А, только не вы. У тебя получится, Соник. Ты победишь, Соник. Кто они? Они ничтожество. У тебя есть сила, Соник. У тебя есть дух. Соберись с духом. Мы сами, ребята. Я в тебя верю, Соник. Не сдавайся. Я знаю, ты сможешь, Соник. Ты победишь. Как всегда. Так, время проучить Эггмана. Супер Соник Стайл. Затравочка какая, да? Time Eater! Соник, ты меня слышишь? Со мной, чтобы модифицировать эти передатчики. Мы хоть и находимся на разных, но может должно помочь. Мы вместе победим, я нажимаю на X. Я не пускаю почему. Так, подожди. Так, ты работаешь, а почему... А, все. Это, видимо, озвучка там была, я не озвучил. Самое время сделать выстрел. Выстрел из чего? Поясните мне, пожалуйста. Переключись на следующего. Как переключаться? Я не знаю, как переключаться. Нету. Соник! А, вот это. Спасибо. Я ни хрена не слышу. Какой-то шум. Шелест.
Может, мне солнышко надо? Ребят, вы слышите? Самые настоящие будни. Осторожней, Соник. Подождите. Вот тут шума нету, но там какой-то резкий прямо шум. Знаете, как от старого телевизора, я реально не понимаю. Может быть, это, конечно, нормально, но... Так, добрались. Давай. Мне, по-моему, вот в этом надо... Я не... Соник, ты меня слышишь? Я поработал со мной, чтобы унифицировать этот передатчик. И мы находимся в разных пространствах, но мы все равно сможем слышать нас. Мы можем победить. Давай покончим с этим. Самонаводящиеся выстрелы. Будь осторожен, Соник. Какие самонаводящиеся? Переключись на режим. Что это? Осторожней, Соник. Тут телепортация идет. Так. Это самонаводящиеся выстрелы. Будь осторожнее, мистер Соник. Я стараюсь быть осторожен, но я не вижу колец. Только следуй за ним. Так, ладно, немножко восполнили. Так. То есть мне чисто лететь за самим собой надо? Допустим. Бей прямо в ядро. Я стараюсь бить какое-то ядро, но я не вижу никакого ядра. Отлично. Вот. Я не понимаю, как здесь бить. Надо подойти ближе. А у меня колец нету. Я реально не понимаю. Самый странный босс из всех. Если Эгг-дракон самый красивый из всех боссов, то с этим я не знаю, что делать. Я вообще попадаю по нему, я не знаю. Какие самонаводящиеся? Это не самонаводящие, но вот их не вижу. А, нет, в одну попал. Так, вижу колечки. Вроде неплохо пролезаем. Давай. Просто уходим в другое подпространство. Вижу кольца. Не успел забрать, ну ладно. Да я знаю, что быть осторожным. Я уже сейчас с вебкой буду, потому что я рядом не понимаю. У меня кончаются кольца. Я не понимаю, как мне его бить. Такое ощущение, будто мелкий должен бить.
Так, у меня не хватает колец. Будет кольца по пути? Есть, немножко подхватил, но не сильно. А, я понял. Я понял. В общем, мне нужно лететь за ним. Летим в режиме 3D, бьем в режиме 2D. Или мелкий бьет, а мы стартуем. О, я уже сутку получил. Красота. Это полетаем, покрутимся, пособираем вкусняшки. Так. О, вот это реально очень красочный, очень красивый, но очень муторный уровень. Я не понимаю, когда мне его бить. Я стараюсь быть осторожен, но тут хрен поймешь, куда поворачивать. Почти. Так. Вроде я попал, но я не уверен. О, впереди будут. Колечки. Сейчас надо подхватить немножко. Так. Мимо. Давай, иди сюда. Всё, попало. А, это переход из пространства под пространство. То есть он в каждом будет по-свойски делать. В принципе, это хронологично. Так. Вот это самый муторный уровень сеть. А, это мне вот куда нужно, ясно. Я думал, переключаться мне надо, чтобы собирать кольца в разные пространства. Стараюсь не реагировать. Давай. Как далеко он залез? Стараюсь, Крими. Только меня тут бьют постоянно местные ракетки. Но по крайней мере я продержался дольше обычного. Далеко он улетает. Это
пусть атакует сколько хочет. Все равно промахнется. Так. Надо собрать побольше колечек. Полетаем здесь побольше. Пусть переходит, я пока пособираю вкусняшку. Так, разве что внизу что-то. О, теперь вверху они. У меня колец нет. Пока. У меня нет колец. Ага, во. Спасибо. Жалко, что я не могу остановиться и собрать то, что там было впереди. Я бы с удовольствием, Тейлз, только у меня нет колец. Мне нужно сейчас пособирать кольца, а вот в этом режиме мне собирать их проще. Вот здесь парочка колечек может быть. Все, мы мертвые. Я не понимаю вот этого уровня. Я, конечно, понимаю, что это за пределами пространства временного парадокса. Постараюсь, конечно, лавировать, но я не понимаю, где я нахожусь, в каком пространстве. Я даже кольца не могу здесь увидеть адекватно. Вот это вот меня немножко... Так. Я даже себя не вижу. Я вижу себя, но очень мелко. Вот это самый тягомотный уровень, наверное, из всех будет, ребят. Я даже не вижу ни хрена. Осторожнее. Мне бы видеть, куда я несусь, что я несу, что я делаю, что я не делаю. Мне будет колец бы собрать, а даже понимать бы, что делать бы. Ну. А он переключаться не хочет. А, походу я переключаться могу только между определенными вратами, да? Ну, в любом случае, мы тут трупы. Я реально не понимаю, что тут делать. Мне бы еще и кольца бы увидеть здесь в воздушном пространстве. Так. Вот они, вижу, вижу. Колечки. Вот как я их должен брать? Я пролечаю. Я тебе заберу мои кольца. Я реально не понимаю, что мне тут делать надо. Так, вот. Ну, хоть немножко подзарядились, хорошо. Мне реально не хватает сейчас колец. Поосторожней. Я даже не уверен, управляю ли я этим движом сейчас в полной мере. Да, я бы с удовольствием бы переключился, но у меня нет колец. Я буду сейчас собирать кольца. Я даже их не вижу. Я физически их не вижу. Все, мы сейчас помрем. О, кольца.
Ну сколько я взял? Два кольца, да? Это очень тягомотный уровень. Ну хоть немножко подзарядили. Это реально очень неудобно. Я бы понимал принцип, что здесь делать. А я принцип не понимаю. Хоть немножко опять подзарядились, хорошо. Но я не все собрал, что можно было бы. Мне реально не хватает колец. Мне не хватает защиты, наверное. Вот опять кольца пролетают, а я не вижу этого. Будь осторожней. Лучше мне давали бы кольца подзасасывать. Может, мне, кстати, реально могли для колец взять? Мы же его покупали, но я его не устанавливал. Вещь полезная, пригодится в хозяйстве. Чего нет-то? Она реально сейчас нужна. Понятно только, на кого мы из них ставим. Так, подождите. Давайте-ка выйдем. Реально, у меня же есть магнит для колец. Да, жизнь одна, но с другой стороны, эта штука будет все засасывать, пылесосить. А мне это нужно. Так. Ну-ка идем, мистер. У меня, кстати, немножко подключил ты на час. А, стоп, не сюда. Мне к вам. Добрый день. Так, настройка навыков. Супер и маниакальный. Настроить. Так, что у меня есть? Мгновенное торможение. Антиспотыкание. Атлетизм. Отрыв. Повышение скорости. Немножко отвлекли меня тут. Так. Давайте найдем, во-первых, это вот неограниченное ускорение. Колб ускорения всегда будет полный, но кольца не брать. Может, вот это вот взять? Нет, не то. Рост ускорения позволяет делать руки быстрее. Повышение скорости. Отрыв. Теряешь меньше скорости на земле под водой. Потеряешь все жизни, получишь одну. Под страховку. После рестарта у тебя 10 колец. Может, ограниченное ускорение поставить? От мгновенного торможения сейчас мне точно толку ноль. Антиспотыкание тоже нет смысла. Так, атлетизм. Теряешь меньше скорости на земле под водой. Но в этом смысла нету. Неограниченное ускорение давайте попробуем. Должно хватить. Так. Супер-маниакальный, вот. Так. А теперь давайте по-мелкому настроим. Да, вот. Настроить. То есть у мелкого свой набор будет. Так, вот давайте мгновенное торможение сразу. Во-первых, я всегда думал, что у них общее, оказалось нет. Электрощит. Двойной прыжок, кольцевая эра. Нет. Пусть электрощит будет.
Дали возможность двойного прыжка. Антиспотыкание. У меня еще 20-ка есть. Давайте вот это возьмем, наверное. Вот так вот. Должно хватить. Да, немножко подглючивает меня реально. Подглючивает только в путь. Так, теперь мне наверх забираться, да? Реально, это сложный уровень. Ничего не поделаешь, придется. Так, давайте еще раз. Okay, whatever you are. If you want to avoid an... Я это уже озвучивал только что, так что нет, спасибо. Мне хватило качества озвучки. Моей. Ну, прям, да, видишь, что здесь озвучку дают каждый раз. Time eater. Sonic, can you hear me? I worked with me to modify these transceivers. Even though we're in different dimensions, we can still be able to hear us. Really awesome. Let's finish this one off quick. Так, попробую сначала догнаться до его сердцевины. Да, не засасывается, не зря взял электронную эру. Отлично. Давай. Есть! Ура! Что-то получается, отлично. Ну иди сюда, Эгуля. Так. Так, аккуратненько. Почему мистер? Я давно... Так, вроде я про... Ага, вот. Я не вижу ни хрена, я не вижу, где эти двое летают. Я ни черта не вижу. Мне очень неудобное управление. Очень неудобное управление. Вот реально, вот в этом режиме очень неудобное управление.
Вот в этом режиме он сейчас хорошо засасывает кольца, но в том он вообще ничего не делает. Да. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Отлично, что-то за получили, уже хорошо. Но у меня кончаются кольца. Хотя бы научились с первого удара возиться. Вот здесь сейчас мне прям реально нужно... Так, вижу кольца. Так. Немножко подзарядились, но это сразу плоховато. Так, вот они. Так, неплохо. Иди сюда. Так. Я реально пытаюсь убить. Я пытаюсь прицелиться к нему, но ничего не знаю, он не хочет адекватно бить. Или мне нужно вот это бить? Ну, колец мы, конечно, собрали немало, я не спорю, но... Так, он перешел в соседнюю грань, да? Так, опять подсосал немного. Да, они засасываются, когда я пролетаю с большой скоростью между ними. Если я пролечу мимо через это поле, оно, они засосутся в любом случае. То есть главное замечать время от времени вот. Но здесь нужно следить за всем. Вот у меня опять кончается кольца, я замечаю. Я стараюсь следить за всем, за кольцами, за воздушным пространством. Тут реально очень висячий из всех уровней. Но, к счастью, если вот так вот пролетать быстренько... Они такие мелкие, такие незаметные на этом фоне золота. Что ты реально вот не увидишь ни черта. И что тут делать, как тут делать, ни хрена не поймешь.
здесь ты не остановишься никак. Управление, реально, управление в этом суперсонике прямо хаотично висящее. И он меня не слушается, он меня физически не слушается. Он летит поверху, и хоть уж что. Вот, у меня кольца кончаются. Красота. Они проходят здесь сбоку, но я не вижу ни хрена эти кольца больше. Ой, дайте мне, пожалуйста, набор колец. Я вот сейчас чисто высматриваю. Ага, вижу. Так, отлично. Захватили небольшую штуку. Тут сейчас только вот так вот пролетай сквозь кольца. Хорошо поставил тут вот электрическую эру. Она реально помогает. Когда ты проносишься мимо, то ты можешь сразу сосать все, что тебе нужно. Реально, сейчас нужно тут подлетать. Подставить побольше колец, и потом не задумываться. Я не хочу переключаться между случаями. Я хочу кольца. Дайте мне кольца. Он сам, конечно, перейдет сюда. Думаю, следующий. Причем, вот заметьте, игра мне намеренно не дает. Игра намеренно тянет. Она меня буквально не хочет. Вот он сам ко мне перешел. Дальше что? Вот он сам ко мне сейчас перешел. И заметьте, все мелкое показывает. Он не дай... Она не дает мне адекватного внимания, где же находится. Очень неудобное... Сейчас я буду реально ругаться. Здесь очень неудобное управление. Мне очень неудобно здесь хоть что-то забирать. Тогда. Ой, будьте осторожны, мистер Соник, будьте осторожны. Могали бы лучшего, а не осторожны. Вот я реально не понимаю. Я понимаю суть. Хорошего, мне нужно целиться в него. Ну хоть кольца захватил небольшой кусок. В общем, мне нужно влетать чисто на скорость туда, и больше ничего. Давай, есть. Отлично, подсосались тут уже хорошо. Кстати, откуда вообще в этом пространстве кольца-то появились? Мне любопытно. С каких пор в пространстве вне времени находятся кольца? Мне кажется, они помогущественнее любого из Изумруда Хаоса будут. О, неплохо подсосали. Так. Я тянусь к нему, знаешь, летаю.
Да, будьте осторожны, мистер Соник. Вы же помогали бы мне. Наверное, самый удобный способ атаки это вот здесь. Если в первом проще собирать кольца, во втором проще выпить. Точнее, наоборот, в первом проще бить, во втором проще собирать. Потому что ты реально не понимаешь, я вот за ним ни хрена не вижу, я ничего не вижу. Я не понимаю, где, в каком порядке они появятся. Вот, что-то уже есть, но я дотуда не могу вовремя свернуть. Это бесит. Так немного захватил. Так. Я реально не понимаю. Я не понимаю, ребят. Очень бредовый уровень. Вот я пролетаю мимо вот этих вот. Они не захватываются. Я не понимаю, что с ними делать. Это очень бредовый уровень. Это не красочный, это бредовый уровень. Очень неудобный в управлении, он вообще неудобный. Он ключ даже мне сейчас не нужен. У меня кольца заканчиваются. Так. Я не могу даже кольца захватить. Они появляются на разной высоте, в разной толщине. Я не вижу, где они появляются. Они появляются рандомно. Чисто прямо перед самым выходом. Все, нам конец. Ой. В общем, я тут замучаюсь. Так, давайте найдем сначала хотя бы... Они сами не летят в мою сторону, типа, будем сейчас выискивать их. И собирать какую-то... Вот, что-то уже подсосали немножко. У вас, скорее всего, подлагивают, потому что у меня тоже подлагивают. Так, неплохо, подсосали тут немножко. Я даже не понимаю, эта штука вообще бьет хоть по кому-то. Так, о, неплохо. Так. Я вообще не вижу этих колец. Я не знаю, откуда они выскакивают. Я не понимаю принципов, откуда они выскакивают. Это очень неудобно. Даже вот я замечаю их только в самом конце, когда они проносятся уже мимо меня.
Вот где они сейчас появятся? Я не знаю, я не вижу ничего. Вот, видите, появились сбоку. Они просто появляются из середины и все. Так, вот, хотя бы вот здесь кто-то есть. Так, немножко подзарядились, но это все равно скудно. Вот. Вижу. Неплохо, неплохо. Есть, у нас соточка. Сейчас немножко полетаем тут слегка и перейдем. Сейчас. Мне надо было только немножко подсосать вот этих колец. Реально, измерение 2D хорошо для сбора колец. Измерение 3D хорошо для того, чтобы бить. Ну, по крайней мере, в теории. А, мне нужно чисто влетать туда. Наконец-то. Первый удар. В общем, мне нужно чисто контролировать. Так. Вижу. Я не все смог собрать. Вот в этом измерении сбоку ты хотя бы можешь понимать, где что находится, чтобы все собирать. Здесь ты этого не видишь, не понимаешь. Какое приключение, Эми? Мне тут собирать кольца надо. Так. Вот реально сейчас кольца надо брать. Отлично, можем переходить. В общем, будем держать кольца на соточке, а там уже посмотрим. Как удалось задеть. Ой, кольца подсосали, спасибо на этом. Так. Так. Аккуратно, спокойно. Время замедляется. Скорость времени становится нормальной. Так, я пропустил парочку здесь. Это очень тягомотный висячий уровень. Вот он реально висячий. А мы просто перейдем в другой режим. Попал.
нужно умудряться врезаться в это ядро. Есть, попали. Нашечку сдали. Слушайте, я неплох, если бы не помирал, только вообще резко была бы. Но это реально самый бесячий уровень из всех, что когда-либо я видел. Реально. Даже... Вот я нигде... Если они в ремейке Sonic X Shadow такое сделают... О, это будет вообще трындец. Ну ладно, посмотрим, что дальше. Еще теплый. Временные путешествия. Признаю, ты был неплох, Соник. Неплох? Да ты шутишь? Он просто великолепен. Сколько он соберет? Ух ты, а куда он девает все эти кольца? Знаешь что? Я не знаю. Все забывают спросить. Было приятно работать с тобой. Надеюсь, ты выучил пару трюков, которые помогут тебе в будущем. То есть, в прошлом. Ну, ты меня понял. Чувак, классно! А со временем станет еще лучше. Вот наша остановка. Эй, Соник! Насладись своим будущим! Оно будет классным! Вот и Sonic Generations Original, так сказать. Ну, не надо думать, что это финал. Даже я знаю про финальную сцену здесь. И обязана звучить, так что давайте погнали потихонечку. Ну, или потихонечку. Но меня реально, знаете, очень сильно... Очень меня сильно выбесил финальный босс. Вот это... Очень удобный. Даже сейчас адекватно не раскрыли, что случилось, почему открываются теперь порталы. Кстати, забавно. Помните, Sonic Mania проходили? Sonic 2 Hedgehog и все остальное, вот очень реально... Ну, понятное дело, что Sonic Mania это тот же самый Hedgehog. Ну, Sonic 2, Sonic 1. Ну, само же забавно красиво смотрится. Даже сейчас вспоминаем, проходили как Sonic Mania. Ой, да уж. Извините, не могу немножко не поностальгировать. Так, все, добрались. Теперь моя озвучка пошла. Ты уверен, что видел здесь дверь? Да ладно, мне теперь что? Так, бежим еще раз озвучивать. Я упустил шикарную сцену. Непростительно. У меня почему-то выскакивал постоянно туда пропустить. Я не хочу пропускать шикарную сцену, лучшую сцену, наверное. Теперь можете обрести замедление времени. Нет, спасибо. Меня не интересует замедление времени. Меня интересует... ясно. Ясно, что происходит. У меня джойстик заглючил. Ну ладно, не страшно. Видите, он так вот увеличивается, уменьшается. Это значит, что он меня опять заглючил. Такое бывает иногда. Давайте сначала, кстати, так уж на персонажа глянем.
Да вы издеваетесь. Так, ладно, будем действовать по схеме управления с клавиатурки. Так. Вот. Элфон, да? Да. Доктор Эггман, работник, ваш покорный слуга, то есть я, обладающий интеллектом 300 IQ. Доктор Эггман использует свой научный гений для создания армии роботов, чтобы завоевать мир и построить на его руинах Эггленд. Благо существованию и планов Эггмана мешает Соник и его друзья. Так, тут... Это классический наш Эггмуле. Это... Эй! Так. Да вы издеваешься надо мной, что ли? Вот так. Молодец. Хорошая клавиатурка. Побьешь пару сотню раз, глядишь, и начнет нормально думать. Так. О, ну конечно же, надо влетать прямо сейчас. Ой, никакого уважения. Ладно, не страшно. Сейчас зато сможем адекватно подключить геймпад. Так. Я даже не буду этот момент вырезать. Игра бесится, что я не понравился финал. Пусть бесится. А то я побешусь. Немножко. Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Мне можно. Финал, в конце концов. А то у нас начнутся стримы по Generations. Там финалочку немножко погуляем. Причем буду запишу остальные несколько эпизодов новой игрушки. Кстати, Sonic X Shadow пока еще не вышел в зеленый релиз. Но я могу сказать сразу, что она мне навряд ли уже зайдет. По одной простой причине. Поскольку... Это, по сути, тот же самый Generations, я посмотрел по трейлерам, но с одним исключением. Там добавили немножко локаций за Shadow. Да-да-да-да-да-да. Отлично. Кстати, здесь музыку какую-то там добавили? Давайте сейчас глянем заодно. Парочку музыкальных треков нам все равно не открыли. Ладно. По иллюстрациям, может быть, что-то. Ладно, давайте теперь к ролику. С этим... Этот был... Остался только вот постфинальный. Вы меня знаете. Погнали. Ты уверен, что видел здесь дверь? Что? Это ты мне сказал, что видел здесь дверь? Ну, это был кто-то из нас. Заткнись и продолжай искать. Ой, сколько сейчас времени? Сейчас точно такое же время, когда и когда ты спрашивал раньше. Это будет точно такое же, когда ты спросишь позже. Тут нет времени. Скажу лишь то, что ты придумал просто гениальный план. Не будь слишком самодовольным. Довольно скоро это будет и твой план. Я посвящу остаток своей жизни тому, чтобы забыть его. Я все слышал. Мы когда-нибудь-то победим? Это зависит от твоего понимания слова «победим». Побьем Соника. Ну, тогда нет. Значит, надеяться не на что. Наверное, я лучше вернусь и получу свою ученую степень. А на это неплохая идея. Мне всегда нравилось указывать людям, что делать. Ученую степень. Подождите, ты без ученой степени, что ли? Так, даже... Ну ладно, у меня тоже ее нет, я только лишь специалист, но все же. Может тоже получить ученую степень в будущем? Надо будет получить, кстати, реально.
Ну так или иначе, ребят, надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее... Дайте лучше... Где хорошая музычка больше всего? Вот на... Нет. Нет. Вот тут. Вот тут останется, давайте. У моего любимого крокодила. Что ж, ребят, надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее прохождение. Спасибо всем, кто нас сегодня смотрел. Надеюсь, что вам зашел этот эпизод. Хоть я мучился, еще монтаж придется много делать, потому что тут тонкий момент нужно будет вырезать, их бы меня отвлекали время от времени. Но так или иначе, ребят, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал Discord VKDN Art. Ну, в общем, ссылочки видите в описании. Комментарии тоже оставляем. Хочу их время от времени, как сегодня, показывать и озвучивать. Так что не стесняемся. Надеюсь, что вам такой формат зайдет. Ну, конечно же, впереди у нас будут теперь только пока что геймплей стримовский по Сонику. Я их, скорее всего, на воскресенье поставлю. Так что готовимся. А по субботам пока не знаю, что будет. Не, тоже Соник будет, но там надо, наверное, что-то другое записывать уже время от времени. Но, в общем, разберемся с расписанием. Следим за расписанием на канале и в Дискорде. Ну а с вами был Вескер, он же голос доктора Работника. До скорой всем встречи и... Удачи!